Доброе утро, друзья. У меня сейчас заключительный этап портрета, и я показываю свою излюбленную фишечку. Сейчас посмотрите, какую. Это сережка у девочки. Так, ну и вот так. Вот такая вот ластик такой. И острием ластика. О, так вот более точно. Более точно. Так, ну и... И блик в глазах. Так. Блик в глазках. Да? Глазки сразу сгорелись, да? Карандаш твердый, твердый. Вот где я использую сегодня твердый карандаш. Так. Для усиления этого эффекта. Вот. Вот, пожалуй, и все. Сейчас я здесь вот еще продолжу. Цепочку надо вот тут тоже сделать. Но это уже другая история. Вот такие вот изюминки у меня в портрете. Так сказать, изюминки от Ларисы Изюмченко в портрете. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Всегда рада новым друзьям. Всем хорошего, замечательного дня, успеха, удачи, блеска в глазах, счастья, радости. Всего пока.